Доброе утро, дорогие друзья. На три упустили? Упустил, оторвал прямо здесь. Да и сейчас слабину не давайте. Сильно поднял, просто. Что тебе дальше? Есть. Да, но тот был намного побольше. Что сегодня интересно в карте? Что было интересно ночью? Ночью ничего, честно говоря, поклевки не было. Врать не буду, может, погода изменится из-за этого. А сейчас под утро наоборот все началось, да? Да, да, вот где-то я в 4 встал, с полутра уже одного вытащил, где-то на полторашечку. Ага. А вот второй ушел, там где-то внутри точно было. Здорово. Отдыхайте. Ни хвоста, ни чешуи.